супергерой, что ли? Да? Кабельно не мотит, да? Инструкцию не соблюдает. Я попал. Это что еще за летающая башка, а? Колобок. Колобок. Ничего. Копыта подбери, голову к холке. На счет три. Непривычное. Стойте! Паук, крестовик! Не делайте резких движений! Он опасный очень, он кентовитель! Невероятное. Как 2020? Вы что, в прошлом, что ли? Непобедимое. Огонь идет поверх деревьев. Остановить не сможем. 10 минут у вас на сбор. Остров охраняют сторожевые катера. У меня есть предложение. Угоним самолет. Неотразимая. Матвей, я бы очень хотела, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Незабываемая. Что за привычка у вас такая? Богатырская, не разобравшись, всюду копьем тыкать. Смотрим. Все лучшее кино России. Только на канале «Россия». Мы врачи России. Мы шли в эту профессию, чтобы помогать людям. Но теперь мы вынуждены просить о помощи вас. Потому что без вас мы не можем справиться и остановить распространение смертельно опасного коронавируса и его новых смертельно опасных штаммов. Маски, социальная дистанция. Все эти меры безопасности по-прежнему важны и нужны. Но вакцинация – это первостепенная необходимость. Без нее все наши усилия по спасению человеческих жизней могут оказаться напрасными. Привейтесь сами и убедите прививаться своих близких. Только так можно противостоять распространению COVID-19. И только когда большинство из нас будет привито, вирус-убийца будет побежден. Пожалуйста, привейтесь. Пожалуйста, сделайте прививку. Пройдите вакцинацию. Вакцинируйтесь. Вакцинируйтесь. Вакцина спасет жизнь.
Огонь, какого не было несколько десятилетий, под Костромой сотни гектаров в дыму. Штамм Дельта выбрал Европу, а скоро будет доминировать и на планете. Прогнозы по ковиду сделала Всемирная организация здравоохранения, а также протесты против вакцинации коронавирусных пропусков. Время борьбы за медали. Первые комплекты наград разыграют сегодня в Токио на Олимпийских играх. Вы смотрите «Вести» на канале «Россия». С вами Николай Зубчик. Здравствуйте. Расскажем о главном сегодня.